Видите, что он творит? Листьев сколько здесь еще не почистили. Я не помню, в парке чистят листья или нет. Буся, разворачивайся. Давай, пойдем. Мы уже встретили двух собачек. Слушайте, что я хотела сказать. Реклама Tesla X меня реально замучила. Сейчас дети пройдут. Садись, какай. Так, там собака, надо уматывать. Бобби, ко мне. Что я там говорила? Программа вот эта Tesla X реклама забэмбала. А, я блокировала много-много раз. Значит, вот этот искусственный интеллект, мы заработаем вместо вас. Вложите там немного ваших инвестиций. Я делала об этом видео. И когда блокируешь, там выскакивает место регистрации данной. Блин, сюда иди, там два питбуля. Ко мне. О, получается, что мест для выгула собак не хватает. Слава богу, на поводке были. И человек пошел в другую сторону. Так вот, выскакивает информация, кому принадлежит данная реклама. И вот сначала это была постоянно Украина, страна регистрации Украина. Ну и люди там, я не знаю, правда, неправда, вдавались в фантазии, комментировали, что, возможно, это вот специально, чтобы на российскую публику. Эта программа рассчитана, чтобы россиян ограбить. Так, момент. Стоять. Так, все время отвлекаюсь, потому что если много листьев, очень легко потерять какашки. Извините за подробности. Я просто втыкиваю взглядом в одну точку, чтобы успеть за бусиком почистить и не отвести глаза, потому что листья, видите, какие бурые. Буся, иди сюда. Пошли. Так вот, с чего я начала? Хочу продолжить. Программа Tesla X. Если раньше там была регистрация в Украине, и русскоязычная публика прокомментировала, что возможно таким образом или хотят наказать русскоязычное, русскоговорящее население, неважно в какой стране, иди сюда, там в Европе, в Америке, либо в России. Я говорю про рекламу на YouTube. То сейчас уже страна регистрация Канада. И машину пропустила. Либо, например, Герцеговина я сегодня увидела, понимаете? И я не знаю, я не критикую, но эта реклама настолько навязчивая. Я блокировала ее 1000 раз, а она все равно вылазит. Теперь к этой рекламе присоединилась еще и Опра Винфри. Буся. И всем понятно, что YouTube, ну то есть известно давно, YouTube лоббирует, например, либо своих рекламодателей, которые хорошо заплатили, либо все время предлагает какие-то каналы, понимаете, которые актуальны сейчас в свете мировой политики. И вот там есть еще функция. Мне это не интересно. Мне это не интересно, допустим. Мне противен один из телеканалов. Ну просто жесть. И я все время от него отказываюсь. Но YouTube постоянно мне его предлагает в новых и разных качествах. Имеется в виду качество одно и то же, но новые программы, так сказать, да? Вот они что-то там отсняли.
по-другому назвали эту передачу. И опять мне навязывается этот ненавистный мне канал. Телеканал, я имею в виду. Государственный. И это просто невыносимо. Это все вызывает чувство не то, что сопротивление какого-то, да? Это уже настолько противным становится, настолько отвратительным, что ты даже, если бы захотел вот попробовать эту программу, например, Tesla X, да, искусственный интеллект, либо ну, просто ради любопытства решил бы заглянуть на этот телеканал через некоторое время, ты уже просто это не сделаешь. Из чувства противности, потому что тебе все время это навязывают. То есть ты идиот, ты не в состоянии сам мыслить, ты не в состоянии сам сделать какой-либо выбор, принять решение. Вот мы тебе будем все это впихивать в твою голову. Смотрю, там нет велосипедов. Несмотря на то, что ты свой выбор как бы уже сделал, тебе нафиг это не надо. И ты об этом уведомил. И не один раз. И меня это просто бесит. Я не знаю насчет вот этих инвестиционных программ, так сказать. Я называю это финансовая пирамида. Я о них рассказывала, как там люди писали, насколько их кидали, давали какую-то часть денег заработать, и потом эти деньги невозможно было вывести. Я говорю только о том, что, допустим, я знаю, да, но, возможно, я ошибаюсь. То есть я свое мнение никому не навязываю. Если нашлись такие люди, которые вложились в эти программы, сделали свои инвестиции, мало того, заработали и получили на руки свои деньги, напишите мне, пожалуйста. Просто я считаю негуманным, неприличным, фальшивым и даже противозаконным, я бы даже так сказала, в сегодняшнем мире еще и наживаться на всяких аферах и забирать у людей, у тех же честных налогоплательщиков, у тех же американцев их последние деньги, понимаете? Потому что сейчас в США, как и в любой другой стране, очень-очень даже не просто выжить. И каждый очень много работает, по крайней мере большинство, чтобы как-то выжить, чтобы не потерять дом, чтобы иметь кусок хлеба. И когда тебе постоянно навязывают, вот отдай свои денежки, знаете, как Буратино. Отдай свои денежки, вот мы посадим твои 3 копейки, а ты потом срубишь дерево. Нет, так не бывает. В общем, если у кого-то что-то получилось заработать на подобных программах, дайте знать. Я только за вас порадуюсь. Thank you. Один пропускает, а другой ему взад пипикает. Вроде бы не видит, что я перехожу через дорогу. Сейчас я перейду. Поскольку вот первоначально там стояла страна регистрации Украина, вот это вот Tesla X. И как я уже рассказывала, люди требовали англоязычного менеджера, то начинались там угрозы и всякие бесконечные звонки от менеджеров этой программы. Кстати, я тоже так чуть не попала здесь в США, но я нашла предложение заработать в интернете. Искала работу и тоже вот нашла такой вариант. То потом от этих звонков отделаться не могла. Там было так, как-то вложи стоили $200, и мы тебе поможем заработать. И они мне звонили и звонили, пока я их не послала или не заблокировала. Поэтому еще раз, будьте предельно аккуратны. Я не знаю, это
Украина делает такие рассылки, значит, из-за манухи, либо другая страна, либо это целая организация. Я ничего этого не знаю, я просто подвергаю сомнению и задаю вопросы. Можно ли заработать на подобной рекламе, на подобной программе? Хочу только добавить, у меня со вторым мужем, казалось бы, он умный человек, я уже об этом где-то рассказывала, повторюсь быстренько. Он как бы аспирант был, защитил уже, по-моему, на тот момент кандидатскую диссертацию. В общем-то, ну, работал в вузе. И вот к нему подъезжает знакомая и начинает ему промывать мозги. И муж с такими круглыми глазами, а это были 90-е годы, значит, ко мне подбегает и говорит: ты знаешь, можно легко заработать. Давай собирайся, за нами приедет машина, очень серьезный человек. Заберет нас, и мы поедем с тобой к нужным людям. У меня сразу это вызвало подозрение. Я как увидела, кто сидел за рулем, то есть это обычная была сельская тетка. Я не против сельских жителей, но как бы речь шла об образовании, там, ну, вообще внешний вид и так далее. Человек далекий от инвестирования и всего остального. Скорее всего, человек всю жизнь занимался тяжелым физическим трудом. И вот она нас садит в свою машину. По-моему, она даже работала в Италии какое-то время. Ухаживала за стариками. Я, опять же, ничего против этого не имею. Но вот она сама влезла и решила нас еще подставить. Поэтому я высказываюсь пренебрежительно. Привезла она нас в огромный зал. Мы некоторое время подождали. Потом смотрю, начинаются громкие аплодисменты. Все встали. В зал заходит какое-то количество людей. И им аплодируют стоя. Эти люди выходят на сцену, открывают, как сказать, ну, экран такой, знаете, начинают чертить там какие-то схемы про успешный успех. И буквально через каждые 10-15 минут весь зал вставал с громкими овациями. Знаете, вот как Зеленского приветствовали в Конгрессе, так и эти люди. И когда эти люди первый раз встали, я дергаю своего мужа за пиджак и спрашиваю: ты что, обалдел совсем, сдурел? Ты перед кем встаешь и кому ты аплодируешь? И его я тяну за этот пиджак, мол, сядь и не позорься. Я, естественно, свою задницу даже не подняла с кресла. И когда люди, вот, которые рядом с нами сидели, увидели, что мы, собственно, не встаем, муж сел, а он такой высокий был, знаете, его издалека видно, высокий, худой. Они буквально начинают на нас шипеть и приказывать: встаньте, встаньте. Понимаете? А я смотрю на тех людей, которые на сцене, и у меня абсолютно нет никакого доверия. У меня даже какое-то отвращение. Ну, это по лицам даже видно. Такие хитрые, сальные. Не знаю. Вот человек, когда хочет выкручиваться там, его тоже заметно по поведению, по разговору, по этим улыбкам лживым, по фальшивым призывам. Ну, то есть сразу видно. Эти пиджаки, знаете, как корова в седле. Вот. И они начинают, эти люди, на нас шипеть, а мы все равно сидим. Потом они делают какой-то перерыв. Сюда ко мне иди.
И начинают всю эту публику угощать шампанским. Ну, типа, знаете, как с барской руки. А еще так позорно, но если вы уже такие крутые, шампанского на всех не хватило. Там, в этом зале находилось несколько сотен людей, а шампанского было два ящика. Вот они все это разлили там, кому досталось, кому нет. И опять же, по-моему, муж там ухватил полбокальчика. Я на это посмотрела и говорю: слушай, дорогой, давай тихонько-тихонько, чтобы нас никто не заметил, ретируемся и по-английски уходим, чтобы не объяснять ничего этой тетке, которая нас туда привезла. Оказывается, что там чертили на экране. Здесь более-менее я могу спокойно говорить, потому что, ну, как бы полянка большая, меньше транспорта и хороший обзор по сторонам. Я имею в виду, слежу за собакой. Вот. И там, оказывается, какая схема. В общем, вот эти, которые были на сцене, они были в самом начале этой пирамиды финансовой. Потом, ну, вы тоже, наверное, знаете, как это все строится. Потом нанимаются менеджеры, которые вкладывают какие-то деньги. Вот, эти деньги идут туда, на верхушку. Эти менеджеры, в свою очередь, должны нанять других менеджеров, которые уже будут под ними вкладывать деньги. И вот таким вот образом, понимаете, каждый человек был заинтересован, чтобы найти себе подручного, то есть менеджера более низкого уровня, людей, которые будут вкладывать деньги, чтобы вернуть хотя бы себе те деньги, которые они уже вложили и потратили на эти якобы инвестиционные проекты. Вот. Потом это уже как бы не единственная такая организация, да, обо всех этих финансовых схемах говорили много, но тем не менее, видимо, и до сих пор люди какие-то на все это ведутся, на какие-то быстрые заработки. В общем, мы оттуда еле ноги унесли, честно говоря. Все это было похоже на секту. У них у всех такие бешеные глаза. То есть, представьте себе, нищета, убогая жизнь. Это после перестройки. Люди отдают последние деньги. Естественно, они там и вставать будут, и буся нельзя, он всех приветствует. И аплодировать, и станут на голову, и будут кувыркаться, только чтобы вернуть себе вложенные деньги и найти каких-то дурачков, которые опять же вложатся со своей стороны и помогут им вернуть их собственные деньги. Ну, естественно, там на этом экране, который был предоставлен залу, и яхты, и дворцы, и путешествия, и дорогие бренды, и все-все, что хочешь. Вот, поэтому мы с мужем назад уже ехали не на машине, а добирались на общественном транспорте и были рады, что сия чаша нас миновала. И я потом так ругала его, говорю: как ты мог? Ты же не дурак, ты же... Ну а что, он как бы хотел как лучше. То есть доцент. Но вот даже его... Эта тетка какая-то там, бывшая знакомая его, соседка, что ли. Там, где его мама жила, мамина соседка, что ли. Она его все-таки переговорила, убедила. И в результате мы потеряли вот кучу времени, но зато приобрели опыт, так сказать. Я до сих пор помню лица этих людей, как они на нас шипели, когда мы не вставали. Знаете как, если хочешь принять собственное решение, да, никогда не следуй за толпой. Я вот сейчас английский учу по пословицам и поговоркам. Вот тоже оттуда эта пословица. Так что будьте аккуратны еще раз. Я никого не хотела обидеть, не там, знаете, что
вот эта вот Tesla X в Украине была зарегистрирована. Мне все равно, где это зарегистрировано. Я говорила про общую тенденцию и о том, что реклама меня замахала. Подобная реклама. Я могу другие рекламы смотреть. Там, кстати, есть на YouTube выбор рекламы. Шопинг, там здоровье. Вот. Я не заказывала подобную рекламу. А не каждый раз. И вот пару дней не было этой рекламы. Я блокировала. Сегодня опять. И вчера вечером начала вылазить. Представляете? Просто душат этой рекламой. И ничего другого. Только теперь это, значит, регистрация этой рекламы в других странах. Уже в Канаде там. Ну, как я уже сказала, Герцеговина. Я опять заблокировала. Так что вот так вот. В мире войны. А тут кто во что горазд. Ничего не стесняются, ничего не боятся. Ну и про коррупцию. Вот знаете, было у меня в том же видео, наверное, день назад, может, два, про коррупцию в Украине. Дело в том, что это же тоже всем известно. И коррупция есть в любых странах. В любой стране есть коррупция. Вопрос в ее величине. Поэтому вот так вот. И поскольку Америка все-таки Украине помогает, я считаю, что налогоплательщики американские имеют право спросить, а где, собственно, денежки? Чьи карманы они пошли? Учитывая то, что главный человек Украины попросил своих подчиненных не покупать замки дорогие, машины, воздержаться как бы на время. Ну, во всяком случае, я такое слышала. Напишите мне, правда ли это или нет, или фейк. Заявлял это президент украинский. Или это просто информ-война. То есть вы воруете, ну, потихоньку, да? Воздержитесь от дорогих покупок. Не знаю, вот такое тоже слышала. Я считаю, что сейчас вообще тем, кто на должностных посадах по-украински, по-русски не подберу слово, на высоких должностях, и вообще грех воровать. Они должны идти вперед, впереди всех, и своим примером показывать, как надо родину любить. И все, что они там нажили, накопили, вкладывать вооруженные силы. И в экономику. Я так считаю. Так, ну что, идем домой. Пишите свое мнение. Только корректно, корректно. И так агрессии в мире хватает. Всем пока. Стоят буфы. Машинки. Рядом. Нас пропускают. Гуся рядом. Thank you.